Там все были живы. Но живые на этом корабле завидовали соседям, которых уже не было с нами. Капитан живет на пароходе, женщин нет в традиции морской. Пароход он в сумерках обходит, сжав либидо мощной рукой. Честь команды под большим вопросом. Юнга с диареей слег в постель. На ночь запираются матросы, львы океанических морей. Зная капитановы таланты, в страхе выпив огненной воды, дверь его каюты лейтенанты подпирают ломом от беды. Потому таинственный, но дельный капитанам следует закон. От команды спит и пьет раздельно. Одинок на пароходе он, только старый боцман, бесшабашно. Ночью тянет вахту, полон сил. Ничего, давно ему не страшно, потому что многое пережил.